Всем привет! Вы на канале Эрудит Плюс. В этом видео вы узнаете о самом длинном лимузине в мире. Самый длинный лимузин в мире – American Dream. Длина этого лимузина 30 метров 48 сантиметров, или иначе говоря, ровно 100 футов. Он был построен в начале 1980-х кастомайзером Джеем Орбергом специально для киносъемок и до сих пор держит рекорд Гиннесса как самый длинный в истории лимузин. Джей Орберг – один из самых известных голливудских кастомайзеров. Многие видели его работы, например, тот самый DeLorean из «Назад в будущее», Ford Gran Torino из «Старский и Хатч», автомобиль «Розовой пантеры» и так далее. Самый длинный в мире лимузин Джей представил к началу 1990-х и назвал вполне предсказуемо «Американская мечта». Соответственно, в нем есть все заокеанские атрибуты большого человеческого счастья. Кожаные диваны, водонаполненная кровать, бар с подсветкой, бассейн с подогревом, спутниковое телевидение и даже вертолетная площадка с двухместным Hughes 300 в придачу. Правда, ездил этот автомобиль очень плохо, маневрировать практически невозможно, но разве это главное? Не для того он и строился, чтобы кататься по дорогам. С технической стороны машина представляет собой достаточно интересное явление. За основу автор взял классический для той поры Cadillac Eldorado образца 1976 года. Причем Джей, как опытный тюнер и кастомайзер, имел в виду не только хрестоматийно-американскую внешность роскошного купе, но и его очень удобную для доработок компоновку. Тот Eldorado был рамным и переднеприводным. Рама позволила растягивать кузов практически до бесконечности, а единый блок двигатель-трансмиссия дал полную свободу при определении колесной базы. Отпала необходимость в нереальном кардане 15-метровой длины и особой подвеске для ведущего моста, одного из 12. Кстати, колес у машины не 24, как могло бы показаться, а 26, но об этом чуть позже. Для начала взяли два старых Кадиллака, расположили их на расстоянии примерно 20 метров друг от друга и соединили пространственной балкой из стального профиля, которую потом обшили листовым металлом. Переднему Кадиллаку нарастили капот, вытянув его вперед. С заднего экземпляра снесли крышу, встроили 5 осей и перенесли руль в багажник. Таким образом, самый длинный лимузин в мире получил два двигателя и две ведущие оси, по одной спереди и сзади. Управляемыми сделали 6 передних колес и пару задних. Это позволило 30-метровой машине вписываться хоть в какие-то повороты. При этом задними колесами управляет второй водитель, расположенный в задней части лимузина. А вот 4 средних оси абсолютно пассивные, они просто поддерживают центр 10-тонного авто от провисания. Первый вопрос, возникающий у всех, кто видит American Dream, заключается в том, как эта машина поворачивает. Дело в том, что сразу за центральной группой колес есть разлом, его можно рассмотреть на фотографиях. В этом месте автомобиль разделяется и может таким образом поворачивать, подобно автопоезду. Задняя часть лимузина – это прицеп. Минус в том, что из переднего сегмента нельзя попасть в задний, не выходя из машины. Зато задний можно отцепить и ездить на укороченном варианте. Для поддержания передней части заднего обрезка устроена еще одна пара колес, которые скрыты в широких бортах и в обычном положении не касаются дороги. В отличие от многих других творений Джея Орберга, American Dream не попала в частную коллекцию или автомобильный музей. Слишком уж много места занимает такой экспонат. В 2000-х годах машина несколько лет простояла под открытым небом на парковке торгового центра, привлекая внимание проезжающих автомобилистов. По всей Америке разошлись десятки фотографий случайных путешественников на фоне совершенно необычного автомобиля, никак не помещающегося в кадр стандартной мыльницы. Постепенно машина теряла товарный вид, на кузове начала развиваться коррозия, салон был разукомплектован, обнаружились проблемы с подвеской. Когда полузаброшенный лимузин стал портить пейзаж владельцам соседней заправки, его забрали на крытый склад неподалеку от Нью-Йорка. Уже в начале 2010-х прокатная компания, которая распоряжалась лимузином последние годы, отказалась от негабаритного автомобиля, и начиная с 2012 года его долго продавали с местного аукциона как брошенное бесхозное имущество. Затем в судьбе мечты случился, кажется, счастливый поворот. В 2014 году машину купил Нью-Йоркский музей Autozeum, который попутно является учебным центром и площадкой для реализации уникальных автомобилей.
новый владелец заявил, что будет использовать приобретение как учебный экспонат для будущих инженеров, параллельно рассматривая вопрос о реставрации раритета. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если же не понравилось, ставьте дизлайки. И пишите в комментариях свое мнение.